Долгая семейная жизнь – испытание, которое выдерживает далеко не каждый. Супруги Зарицкие отметили 55-летний юбилей совместной жизни. В ЗАГСе людей практически нет. Только работники учреждения волнительно готовятся к встрече одной семейной пары. И вот появляются главные виновники торжества. Семья Зарицких пришла поставить подписи в памятной книге записи по случаю 55-летия со дня бракосочетания. Отнюдь не пустая формальность, а еще одна возможность вспомнить супругам значимые моменты совместной жизни. Со времен Свердловского юридического института, где и познакомилась пара, Людмила Ивановна и Борис Пантелеевич неразлучны везде и во всем. Первый день была любовь, потом дальше уважение друг к другу, доверие друг к другу, поэтому так. Торжественная церемония началась, как и подобает. Супругов пригласили в зал, где регистратор зачитал поздравительную речь. Чествуем 55-летие совместной супружеской жизни супружеской пары Зарицких Бориса Пантелеевича и Людмилы Ивановны. После чего каждый присутствующий поздравил семью Зарицких с юбилеем семейной жизни. А дальше пара подкрепила это событие не только подписями, но и поцелуем. Семью Зарицких поздравил и глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, который рассказал свою историю знакомства с Борисом Пантелеевичем. Еще в молодости он получил от судьи необходимую юридическую консультацию. Моисей Исакович уверен, что общее дело супругов играет не последнюю роль в крепости семейных уз. А когда есть общая цель, есть чем заняться, вот это как раз живой пример. Борис Пантелеевич и Людмила Ивановна живут в Видном с 1982 года. Он начинал работать судьей, она – преподавателем учебного центра ГУВД. Выйдя на пенсию, они активно участвуют в жизни Ленинского района, а также вместе посещают многие мероприятия. Свой совет молодым они дали тоже вместе, дополняя и соглашаясь друг с другом. Для молодых, наверное, надо, чтобы, во-первых, любили друг друга, так? Даже если не любят, сошлись там по разным причинам, но чтобы уважали и доверяли друг другу. Самое основное – доверять. Тогда будет нормально. И для женщин не лазит по карманам, а мужчинам по сумкам. А на вас взгляд? Это точно. А мне кажется, еще для молодежи нужно уметь уступать друг другу. В жизни этой семьи были и ссоры, и разногласия, но на то они и пары, чтобы вместе преодолевать любые трудности, не забывая о самом главном – взаимоуважении и любви. Именно с этим правилом супруги Зарицкие на протяжении 55 лет поддерживали и дальше будут поддерживать огонь семейного очага. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.